Hello, guys, и это Майнкрафт. Да, я знаю, что это вернуться во времени. Вообще, эту сборку я давным-давно забросил. То есть, не сборку, а... Ну, то есть, этот летсплей я давно забросил и давно в него не заходил. На самом деле, его стоит продолжать, потому что пока что идей нету. В Skyfactory мне немножко не нравится. Так, вот, камешек, вернись. Так, значит, на дворе у нас ночка, кровати пока нет. Что-то свинки делают, хотя я там вроде все светил, хотя у меня меч убитый, мне не нравится. Так, кстати говоря, я поставил более новую версию, как вы видите. Так, и я вроде даже помню, какая у нас была прошлая версия сейчас. Таблички у меня нету. Ой, блин, как все тут неудобно, однако. Все вот это, знаете, да, нельзя же зажать вот. Блин, ностальгия поперла, ее лопала. Так, значит, наш алтарь и... Сейчас, кто бы у нас пишется? Ой, вы этого не слышали. Рипт. И у нас дальше... Альфа. И 1.0.5. Вроде как, если что, то я вне кадра поменяю обратно. Ну, то есть, на то, что должно быть. Так. Я не знаю, много тут я показывал. То есть, я вроде как... Знаете, вроде что-то я вне кадра делал, а вроде и нет. То есть, вот эти графику сейчас. А на F можно дальность менять. О, как у нас все выглядит. А ты зомби. Ух, нифига, тут стекла ломаются быстро. Давайте сделаем нормальную графику. Ой, то есть не графику, а дали спрятисовки для того, чтобы нас не включил Майнкрафт. Ой, как странно двери открываются, особенно при том, что звуков нет. Так. Ну, эта ферма так и не работает, и я даже знаю почему, потому что я идиот. Тоже сомневался. Я на самом деле просто за время того, что играл в Skyfactory, то есть понял, почему он что с рукой. А, ну, кстати говоря, да. У меня нету моего скина. Это чего? А почему вид такой? Ночь. Что происходит? Ну, да, я много не знаю о Майнкрафте. Да? Кстати, я сейчас схожу в шахту. И, наверное, не обращайте на это внимание. Так, вот полка нам идет. Ух, нифига тут. Вот это он дает, конечно. Опа! Эх, вообще просто PvP так PvP. Непривычно после 1.10, когда ты, то есть, надо делать определенный замах. Да, животных здесь огромная куча. Не обращайте внимания. Да, кстати, стоит, наверное... Ой, тут света нет. Это я как-то пропустил. Кстати, у нас появился F3, а у нас еще не появился F3. F2. И скриншотов делать мы не можем. Так, а я гору свою не осветил. Не прикольно. Значит, сейчас что буду делать? Я пойду... Куда я пойду? Я пойду в ту часть, где я там нашел дом. Кстати говоря, давайте проверим, здесь рельсы есть. Если есть, то я сделаю небольшие мои карты. Я тут, знаете, подумал, что типа нафиг развиваться, то есть я не особо хочу сейчас, то есть ходить в шахту, тут это очень странно. Ну, то есть тут типа тупо ходить в шахту особо нечего. Поэтому я подумал и типа, давайте я просто задюпаю себе парочку типа резов и не буду мучиться, потому что, ну его нахрен. Так. Да, тут можно сделать рейсы. Так, это понятно. Кстати говоря, ускорительные рейсы добавили только в этот... Как называется-то? Я забыл. В бета-1.5. Тут майнкарт. Давайте, кстати, сделаем. Блин, что у меня с мышкой? Что-то глючит мышка. Давайте вообще проверим. У нас рассвет. Ей. Ну, знаете, как-то...
Блин, я даже не знаю. Давайте, короче, я... В ближайшее время, когда у меня будет время... В ближайшее время... Нет, когда у меня будет времечко, я тогда на стримах... Не, я все-таки думаю, что Дюпа... Нет, ну нафиг. Все-таки я сначала не кадры немножко покопаюсь, а потом, как появится время, то я пойду еще и на стримах покопаю. То есть будет у меня... Будет стрим, на котором я... Надобывая леса, и мы сделаем железную дорогу. Кстати, мне не нравится прорисовка, так вот мне прорисовка больше нравится. Хотя FPS какой-то низковатый. И я честно не знаю почему. Это скорее всего потому, что я выделяю 2 гигабайта оперативки для Майнкрафта. А этот Майнкрафт не такой отлаженный, как... Ух, нифига себе, свет тут неплавно отрабатывается. При том, что он отрабатывается вот так, то есть справа налево. А солнце у нас с востока на запад. Так, восток, запад, север, юг, да? Надеюсь. Не помню точное обозначение. Кстати, увидел здесь неровность, надо бы ее переделать. Ну да ладно, это потом. Тем более, эта база, она, знаете, как-то временная. Что-то типа этого. Сейчас. Ладно. Пока давайте потрачу все железо. Пофигу. Где у меня тут железо, 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 железо. Сейчас вам покажу один баг. Его знают только олдфаги, то есть я знаю, вот серьезно, этот баг знает только олдфаги. Кстати, мне даже столько не хватит. Тогда что? Какого хрена? Ночь. Чего? Ладно, окей, окей, допустим. Блин, я решил типа зажать. Потом такой, нет, ты чё, наркоман, тут же не работает, такое. Сейчас с самим собой разговаривать. Ну ладно, давайте посмотрим, что и какие баги есть. Я, честно сказать, особо точно не помню, что у нас вообще есть. Ну, то есть, в той же самой... Я... Ладно, 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 добудем здесь блоков. Благо, лопата есть. Правда, здесь очень кривая. Так, значит, что мы сейчас? Давайте вот делаем такую вот штуку. Блин, у меня вагоней так мало. Окей. Как бы сделать? Сейчас. Давай. Бывай. Кстати, давайте возьмем и пожрем вот эту свинку. Пожрем эту свинку. Жестоко звучит. Так вот сделаем. Нет, маловато. Маловато взял. Так вот сделаем и сломаем. И так. И тут делаем то же самое. И я как помню, тут вроде бы скатываются. Нет. Стоп. Вот так. Вот это вот. Вот так. И мы прокладываем еще вот так дорогу. Блин. 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 Черт, я не помню, как делается. Я забыл. А, сейчас, короче. Нет. Как-то... Да блин, что так рельс-то ломается тупо. Делаем вот так. Я просто помню, как это может делать. Это я 100% не знаю. Сейчас сделаем вот так вот. Все. Он все равно завернул. Сколько я не пытался, он все равно завернул. Окей. Не пора. Ой, хорошо. Значит, ставим сюда вагонетку. И теперь, что мы делаем? Вот. Делаем вот так. И типа, ну смотрите, вот мы садимся, и вот какая у нас скорость. Что-то не работает. Я помню, все это было по-другому. Нет, я честно особо не помню. Но... Сейчас. А как же это... А, блин, стоп. Я знаю.
Я знаю, как сделать. Надо вот здесь поставить блок. Вот так. И тут вот сейчас мы сделаем по-хитрому. Мы сейчас на вот эти блоки. И нам надо. Я точно помню, что нам надо как-то с разгоном. Тогда надо здесь вернуть вот это. И вот едем. Я отвечаю как-то. Просто, знаете, это было сколько лет? Ну, где-то это был 2010-2011 год, так что хрен его знает. Уже ни хрена не помню. Значит, делаем вот так. У нас как бы маленькая скорость, мы такие типа. Я не помню, как делается. Окей. Я забыл. Блин, а как делается? Нет, как-то быстро делается. Ёлы-палы, как они делаются? Я честно забыл. Блин. Нет, я вот помню точно, вот 100% я помню вот такие бустеры. Вот такие вот точно я помню бустеры были. Это прям 100%. Вот. Но нам надо еще одного гонять. Сейчас давайте сбегаем. Тогда я сам не уверен, будет ли этот бустер работать, потому что я снова же не помню, как все это работает. И возможно то, что у меня запускатор является T-Launcher, то я не смогу просто, ну, просто зайти. Хотя, если это не сработает, то вне кадра я пойду в оригинальный лаунчер. И с помощью оригинального лаунчера уже запущу и посмотрим, сработает там. Давайте я сейчас, кстати, бустер сделаю побольше. Не бустер, а вот разгонную площадку побольше сделаю. Тут что-то, мне кажется, не хватает. Нет. Что-то не то. Вообще, я помню, да, мечом ломается все это быстро. Ну, типа, это женький объект. Нет. Твоё ж налево, как это делается. Да, наверное, все-таки я сейчас пока не буду ничего здесь заниматься этим. Понятно, что это хрен как работает. Так что давайте вне кадра все-таки разберусь потом. Пойти пока этого я не буду касаться этого. Там еще можно, кстати, я подготовлю уже площадку и покажу все, да, как работало. Пока что у меня нету ни времени, ни сил. Ну, то есть время есть, сил есть. Просто не хочу сейчас вспоминать. Ну, как бы хочу, да, но мне лень. Так, за кожу можно кинуть. Кинул сюда. У меня, кстати, лопата ломается, так что возьму. И давайте возьмем булыжничек. Берем булыжничек. И знаете, как мне инвентарь двигаться не хватает. Ну ладно, пойдемте на то место. Почему-то генерация началась вдруг заново, или хрен его знает, что тут происходит. Кстати говоря, я заметил, что сейчас деревья начинают сами опадать. А, понятно, почему не лагает. Мне какого-то хрена начали деревья опадать. Окей. Ну ладно. Давайте вернем. Выключим FPS, меня немножко раздражает. Так, ну давайте тогда на шорт. Тогда пойдем, в принципе, наугад. Да, ну это что-то странное, знаете. В
FPS так сильно проседает. Что вообще происходит? Я еще понимаю, когда Sky Factory, да, глючит. Там куча модов. Но этот-то что глючит? Тут не пару десятков модов. Тут даже модов нету, сука, это альфа. Когда эта версия вышла, половина подписчика Ивангая еще не родилось. Почему такие лаги? Я не понял. Майнкрафт L? Я понял. Кажется, это багнутая версия, где просто так исчезает листва, и поэтому у меня такие лаги. Ну, на самом деле, я уже сказал, что буду делать в ближайшее время, так что, скорее всего, я сейчас ливну с этой версии. Я понимаю, то, что, скорее всего, это баги версии, так что... Давайте, ребят, до скорых встреч. Пока, кстати, поставьте лайк, а то... Чё, как же? Чё же мотить-то? Сейчас надо будет как-то ещё ночь пережить. Я не знаю, как я буду переживать. На самом деле, это будет очень просто, потому что вокруг меня, скорее всего, просто не будет спавниться мобы. Я просто ещё факелочку поставлю. И вообще зашибись. Ну, или сейчас вообще пойду местность обрабатывать как-нибудь. Хрен его знает, короче. Давайте, ребят, до скорых встреч. Пока.